На юго-востоке Украины тем временем обстановка стабильно напряженная. В Донецкой области залпы артиллерии и зарево пожаров. В Мариуполе пытаются потушить пылающее здание рядом с аэропортом. Строение нежилое, но с него огонь может перекинуться на постройки воздушной гавани. Возгорание стало следствием очередного артобстрела, который начался уже после того, как новый украинский президент объявил, что в восточных регионах нужно реализовывать мирный план. Петр Порошенко сказал дословно следующее: «Мы должны на этой неделе прекратить огонь». Впрочем, в руководстве самопровозглашенных республик к благим намерениям Киева относятся с недоверием. Мобилизация продолжается, как и бои украинских военных с ополченцами. Со вчерашнего вечера не стихают выстрелы в Краматорске и Славянске. По центру последнего, минувшей ночью, по некоторым данным, ударили установки «Град».